С добрым утром. Доброе утро. Это чудо к нам под утро приходит. Жалуется сегодня. Я, говорит, в 5 часов встала, хотела к вам прийти. А мама даже не проснулась. Вот до чего мама вчера. Намылись. Ну, я устала. И она не смогла залезть на кровать к нам. В общем, пришла сейчас утром. И тогда получился вас. Вот так. Вот так. И В тогда... общем, мы долеживаем. Сегодня воскресенье. Сегодня у нас единственный день, когда нашей мелкой троице не надо никуда с утра. Ни в школу, ни в садик. Они только вечером поедут в студию А я не поеду в студию. рисовать. Как это ты не поедешь в Я не студию? хочу. Ну, здрасте, не хочу. А потом будешь плакать. Вот я и маме рисунок не нарисовала. Снежка еще спит. Нет, Лера там пришел. просыпается. А, да, вот Лере надо к 10 в кружок. Единственный, наверное, ребенок, которому куда-то надо. Миша тоже еще отсыпается. Папу сейчас разбудила. Сейчас он оденется и отвезет меня на работу. А дети будут дома с папой. Да? Да, Да. мама, можно я с Левой схожу, пойду? В кружок? Да. Ну и что ты там будешь опять делать? Конечно, Татьяна Аркадьевна тебе ничего не скажет, но ты ей все равно мешаешь. За тобой нужно смотреть, а там швейные машины. Нет, Василис, не надо. Лучше здесь порисуете, почитаете. Так. У нас Зачем? сегодня воскресенье. Куда мы собираемся? Студию! Студию. Ну, там Василиса. Василиса, помаши ручкой. Привет. Привет. Что мы делаем в студии? Рисуем. Рисуем. Еще что мы делаем в студии? Целуем. Что мы делаем? Еще мы рисуем на дисках витражными красками. Так. Делаем зарисовки и большие картины. Еще что вы делаете? Рисуем красками на этих. Ну как рисуют вот на этих? На мольбертах. Да, на мольберте мы рисуем. А еще мы там этот цыпленка головку Еще сделали. клей пингвина. Клеили пингвинчика и мы там вырезали. Вырезали. Вылезали. Вырезали. Вырезали. Молодец. Принесете мне поделки, да, покажете? Мама, ты фотографируешь? Нет, я снимаю, кино снимаю, потом смотреть будем. А ты его выставишь вот на классике? А я не знаю. Егор, ты загораживаешь. Не надо так этой Привет. ладошкой близко загораживаешь. Привет. 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 Привет, Ты зубочка. хорошая мама. Да что? Очень приятно мне слышать. Ну вот одни головы только получаются. Мама. Ну что, показываем? Кто что нарисовал? Так. У Снежаны. Это что такое, Снеж? Кого рисовали-то? Масленица. Масленица. Это вы с прошлого раза, что ли, еще доделывали? Позапрошлого. Так. А это чего такое тут? Это Ты не так, медвежатка. наверное, держишь его. А у Василисы какие рисунки? Так, масленица. А еще кто там есть? Показывай. Это Спала белые медведи? Да. Красиво тоже, да. А там еще что? Смотри, еще какой-то внизу ты не показала рисунок. Снежкин тоже. Тоже белый медведи. Ну, только переверни. Что-то у одного прям как у слоненка хобот получился А у тебя. Тригон меня подтолкнул. А, ну и что, с длинным носом тоже медведи бывают. Ну И да. глазки такие же. Ну чего, раздеваемся. Раздеваемся. Нет, Васюша, гулять уже поздно. Посмотри, как темно. Вы опять в какую-нибудь грязь влезете, а стирать уже не высохнет до завтра. В чем ты пойдешь, садик? А мы все повесим. А сегодня-то что рисовали? А Новая тема сегодня была? мы нарисовали тюльпаны, они там суп. Тюльпаны.
Это тебя похвалили или ты сам так решил? Его похвалили. Да, меня похвалили. Тебя похвалили? Ну, у нас, когда Миша ходил в эту студию, у него тоже были тюльпаны, он мастихином рисовал их. Ему какую-то энциклопедию тогда подарили, он тоже первое место занял. Вась, ну ты чего, какая грустная у меня. Ой, все мокрое, сейчас подтирать нужно. Так, босиком на плитку не встаем, а то все колготки будут мокрые. Сейчас переодеваемся, колготки мне в корзинку приносим. Все? Давайте я наверх. Я тебя люблю, мама. Все. Рукой не надо, Егор, так не загораживай. Егор. Пока. Пока. До свидания.